Музыкант Леонид Маргорин. К сожалению, я не могу быть с тобой сейчас рядом из-за модной болезни, черт ее возьми. Но зато я горжусь тем, что нас связал великий поэт мира и России Александр Сергеевич Пушкин. Давайте пить и веселиться, давайте жизнью играть. Пусть чернь слепая суетится, не нам, безумный, подражать. Пусть наша ветреная младость потонет в неге и в вине. Пусть изменяющая радость нам улыбнется хоть во сне, когда же юность легким дымом умчит веселье юных дней. Тогда у старости отымем все, что отымется у ней. Юрий Хим. На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч, свято-дружеское пламя, да не просто уберечь. Все бы жить, как воны дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашия и любви, и, подобно лицеистам, собираться у огня в октябре багряно-листом, в октябре багряно-листом 19-го дня. Давид Самойлов. По поводу модной болезни. Болдинская осень. Везде холера, всюду карантины, и отпущения в скорости не жди, а перед ним пространные картины, и в скудных окнах долгие дожди. Но почему-то сны его воздушны, и словно в детстве бормотание, вздор. И почему-то рифмы простодушны, и мысль ему любая, не в укор. Какая мудрость в каждом сочленении, согласной с гласной, если в том корысть, и кто придумал это сочинение, какая это радость перья грызть. Быть хоть ненадолго с собой в согласии и поражаться своему уму, кому прочесть Анисии, Настасии, ей-богу, Пушкин, все равно кому. И за полночь пиши, и спи за полдень, и будь счастлив, и бормочи во сне. Благодарение Богу, ты свободен в России, в Болдине, в карантине. Булат Акуджава. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает. Какие женщины на нас бросают взоры и улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельны для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы. Благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. На веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. А это непосредственно Маргорину от Булата Акуджавы и Александра Пушкина. Музыкант играл Маргорин. Я в глаза ему глядел. Я не то что любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать,
из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которую он служил. А еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать, когда, чтобы во тьме не затерялась гордых звуков череда. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и зажечь, а чего с ней церемониться, чего ее беречь. Счастлив дом, где Эл Марголин наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, почему благословению я по небу лечу. Счастлив он, чей век недолог, пальцы злых, смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она. Музыкант играл, Марголин, я в глаза ему глядел, я не то чтоб любопытствовать, я, Ленечка, по небу летел. Спасибо, и с днем рождения, до встречи. Редактор